Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на нашей очередной встрече, посвященной возвращению астрономии в школу этого предмета. И сегодня мы продолжаем говорить о том, что может быть полезного и интересного для учителей, которым предстоит вести астрономию. Сегодня тема нашей встречи – электронные планетарии на уроках астрономии от Атласа Гивели к кубосводу. И позвольте вам представить нашего замечательного лектора Царькова Игоря Сергеевича, кандидата технических наук, заместителя председателя Российской ассоциации учителей астрономии, учителя физики и астрономии высшей категории, заместителя директора по научно-исследовательской и инновационной деятельности школы номер 29 города Подольска. Пожалуйста, Игорь Сергеевич, я передаю вам слово. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Я сегодня хотел поделиться своим опытом преподавания астрономии с использованием современных технических средств, ну при этом рассмотрев в какой-то степени процесс эволюции этих технических средств, как говорится, от Атласа Гивели до кубосвода. Ну, когда я все это подготовил, мне показалось, что это будет сужение темы преподавание современной астрономии в школе. Вот те 10 лет, которых астрономии не было, очень сильно изменили наш мир. Чем изменили мир? Ну, кроме того, что шла непрерывная революция в астрономической науке, и, конечно, добавилось много и фундаментальных знаний, и теоретических, и экспериментальных, наблюдательных возможностей для современной астрономии. Я хотел сказать как раз даже не об этом, а о том, что за эти 10 лет на древе древнейшей науки астрономии появилась новая, очень мощная ветвь. Это космонавтика или космические технологии. И сейчас мы даже не представляем себе жизнь без этих космических технологий, начиная от прогноза погоды и телевидения спутникового, и заканчивая, скажем, навигационными системами, GPS-ом, ГЛОНАСС-ом. Ни один водитель сейчас не представляет себе, как ездить в этом бесконечном множестве пробок, и мы пользуемся именно космическими технологиями. Настолько прочно они вошли в нашу жизнь, что мы даже не замечаем этого и считаем, что это совершенно естественно. Не говоря уже о науке, не говоря уже о военных задачах. Поэтому преподавать астрономию по-старому, то есть по классической программе, наверное, было бы неправильно, потому что все эти фундаментальные астрономические знания, безусловно, используются в этих новых космических технологиях. И я бы, наверное, назвал бы курс астрономии теперь иначе – астрономия и космонавтика. И поэтому вот вторую часть своего рассказа я хотел бы посвятить именно тому, как у нас в школе пытаются в учебный процесс, в основное образование, в дополнительное образование, в проектную деятельность включать именно космические технологии, основывающиеся на фундаментальной астрономии. Но давайте все по порядочку. И я сейчас начну свой рассказ в историческом плане, как менялись постепенно технические средства визуализации звездного неба и возможностей. Ну, понятно, начиналось все, как всегда, с древних греков. И первые работы по переносу небесной сферы на плоскость были выполнены тоже древними греками. А именно это сделал Птолемей в своем трактате «Планисферий». И постепенно вот эта так называемая стереографическая проекция, она использовалась и для отображения карт земной поверхности, и отображения небесной сферы на плоскости.
Постепенно эти карты становились все более точными, и вот к концу 17 века был создан атлас Гевелия, где координаты небесных объектов там были определены с точностью до минуты, и, наверное, на бумажном носителе более точно сделать невозможно. И вот этими звездными картами астрономия в школе пользовалась в течение всего 20 века. Эти карты, как правило, не привязаны к месту нахождения наблюдателя. И еще я, когда начинал работать, тоже эта карта висела на стене кабинета физики, где у нас велось преподавание астрономии. Ну, конечно, были и подвижные карты звездного неба, так называемая планисфера, где уже по своей самой сути она была привязана к широте, ко времени, и можно было наблюдать именно то звездное небо, которое в данный момент, в данной местности над вами находилось. И сейчас, до сегодняшнего момента, тоже постепенно этими картами, подвижными картами звездного неба, учителя школ, где астрономия преподается, пользуются. Но вот так случилось, что с 2007 по 2017 год у нас наступала эпоха цифры, цифровая эпоха. И появились уже электронные приложения, которыми, к сожалению, большинство учителей не успело воспользоваться. Да, я пропустил момент, немножко вернусь, да? Итак, от карт в 20 веке мы перешли к новым техническим устройствам. Это механические планетарии. И вот слева изображен механический планетарий, самый простой, который используется и в школах. То есть это сфера с дырочками, внутри стоит лампочка, есть двигатель, который позволяет создавать иллюзию движения звездного неба. До вот правого, очень сложного планетария, аппарата, созданного фирмой Карл Цесс Йена, Универсариум 9, это последний механический планетарий на оптоволокне, и сейчас он установлен в большом зале московского планетария, после чего Карл Цейс фирма перестала выпускать механические планетарии и обратилась полностью к цифре. Но они сыграли очень важную роль в распространении астрономических знаний. Хотя, безусловно, возможности их были ограничены, нельзя было там уйти на много лет вперед или на много лет назад, нельзя было приблизить или удалить объекты, но тем не менее старшее поколение, конечно, помню, что хоть раз в жизни каждый человек планетарии посещал. Так вот, после того, как компьютерные средства стали дешевле, компьютеры стали мощнее, появились соответствующие электронные приложения. Одним из первых электронных приложений это был диск Георгия Сурдина и Натальи Гамулиной «Открытая астрономия», в которой было достаточно много интересных динамических моделей, позволяющих легче понимать эффекты и явления, происходящие в звездном небе, в космосе. И вот сейчас я вам продемонстрирую некоторые простейшие модели, наверное, вы с ними тоже знакомы. Вот, например, модель горизонтальных координат, да, которые показывают, как меняется высота и азимут в горизонтальных координатах при движении звезды по небосводу. Или планетная петля. Да, планеты описывают на небесной сфере петли, то есть прямое, есть обратное движение. И вот такие модели помогают
Ну, если не понять, то, по крайней мере, визуализировать движение планеты в прямом и в обратном направлении. Хотя не очень понятно, почему она так двигается. Да, объясняю, что это потому, что планета вращается вокруг Солнца, и Земля тоже вращается вокруг Солнца, и вращаются они с разной скоростью. Но вот из этой картинки непосредственно это не следует. Это уже поможет нам понять потом планетарий, электронный планетарий. Ну, были и более сложные модели, например, такие вот как галактический каннибализм, то есть не только отображающие процессы, происходящие в Солнечной системе, а и процессы, происходящие во всей Вселенной, вот в частности такой распространенный процесс, как слияние галактик. Вот сейчас я вам покажу, вы можете увидеть, как двигаются навстречу две галактики. Это их газовые облака, а это вот звезды, как сливаются между собой эти галактики благодаря силам гравитации и превращаются в единый гигантский объект. Нам тоже было интересно делать такие модели, и мои ребятки стали их программировать и тоже показывать. Я стал их использовать на уроках, показывать, а дети с этими моделями выступали на различных конкурсах, занимали какие-то места. Это была такая интересная проектная работа, которая представляла собой, безусловно, интегрированный элемент и ИКТ-технологии, и программирования, и астрономических знаний, и физических законов. Ну вот, например, такие вот совсем простенькие модельки, как центр масс. Вот перед нами система Земля-Луна, и если мы ее сейчас запустим с вами, я поставлю вот размер, я запускаю, и мы можем видеть, что и Земля, и Луна вращаются вот вокруг этой точечки, центра масс, только единственное, что Земля, поскольку она тяжелее, вращается по маленькому радиусу, а Луна по большому, радиус, по которому вращается Земля, он даже меньше радиуса нашей планеты. То есть точка общий центр масс находится под поверхностью нашей планеты. Ну, делали и более интересные модели. Вот, например, классический опыт ротосфена по определению радиуса Земли, который считается, входит в десятку самых красивых экспериментов физических в мире, когда ротосфен определил радиус Земли, используя достаточно простое явление, а именно, что угол между перпендикуляром и падающими лучами равен углу между широтами двух мест наблюдения. Вот мы наблюдаем в Александрии и наблюдаем в Асуане. В Асуане луч падает перпендикулярно поверхности Земли, а в Александрии у нас есть угол, который равен 7 градусов 12 минут, и это как раз и есть разность широт этих двух мест Земли и, извините, Александрии и Асуана, и простая математическая пропорция позволяет, зная расстояние между этими двумя городами, определить длину окружности Земли, а к тому моменту, когда Эрнстен это сделал, длина окружности уже все знали, что равна 2πr, разделив на 2π, мы получали радиус нашей планеты. Он определил его с точностью до 5 километров. Это потрясающий совершенно результат для древнего мира. Или вот тоже интересный момент, опыт Рёмера. Рёмер первый определил скорость света. Да, пусть не очень точно, но объяснить это очень сложно, а показать на модельке легко. Он использовал для этого затмение спутника Ио Юпитером, и наблюдения велись с Земли. Вот у нас вращается Юпитер вокруг Солнышка, как и Земля, ну, Юпитер вращается 12 раз медленнее, год на Юпитере равен 12 земным годам. И когда
Земля движется в сторону Юпитера, мы можем наблюдать время вращения спутника, и, скажем, те же 10 периодов, за это время Земля успевает продвинуться в сторону Юпитера, и поэтому период обращения получается меньше. Если мы через полгода будем измерять период Юпитера, когда Земля будет двигаться от Юпитера, да, тогда наоборот период вращения спутника Юпитера будет больше. Ну вот по этой разности, и зная расстояние до, от Земли до Солнца, и точнее скорость движения нашей Земли, можно определить скорость света. Вот был потрясающий совершенно эксперимент, и хоть она и была, отличалась там почти на 100 тысяч километров в секунду, но все равно это первое измерение скорости света. До этого скорость света считалась бесконечной. Это вот все делают наши дети, и я использую их работы на уроках. Ну, есть и более сложные моменты, конечно, вот когда профессиональные астрономы читают свои лекции, они показывают намного более интересные динамические модели, в частности, вот одна из этих моделей – это формирование структуры нашей Вселенной. Вот видите, да, крупномасштабная структура Вселенной от равномерного размазывания вещества по всей Вселенной, со временем в результате гравитационного взаимодействия образуется вот такая сложная структура, состоящая из галактик, скоплений галактик, сверхскоплений галактик. Вот это позволяли делать электронные предложения к курсу астрономии. Ну, кроме всего прочего, можно было на экране или на электронной доске показать, что у нашей Земли 13 полярных звезд, и что сейчас, вот, скажем, 2000 лет назад полярной звездой являлась Альфа-дракона. Вот у нас Альфа-дракона, да? А прошло 2000 лет, и полярной звездой стала Альфа Малой Медведицы. Это связано с прецессией земной оси. Вот, скажем, через 6000 лет полярной звездой, то есть звездой, расположенной рядом с полюсом, северным полюсом мира, станет Альфа Цефея, а через 12 тысяч лет это будет Альфа Лиры. То есть в это время, скажем, здесь на средней русской равнине мы сможем увидеть созвездие Южный Крест. Вот настолько сильно изменится звездное небо над нами. Ну и вот такие вот модели позволяют как-то объяснить, как движется ось Земли по небесной сфере вот в силу прецессии, открытой Гепархом. А дальше появляются электронные планетарии, которые дают огромные возможности. Вот здесь вы уже можете перемещаться во времени, перемещаться в пространстве, летать по Солнечной системе, высаживаться на различных объектах Солнечной системы и наблюдать те же эффекты, там, солнечное затмение именно с этих объектов. Это, правда, плоские планетарии. Их вы можете смотреть либо на экране монитора, или уже когда позже появились достаточно качественные мультимедийные средства, именно проекторы, их можно было наблюдать либо на большом экране, либо на интерактивной доске. Ну вот первые планетарии, вот видите, это StarCalc, это наш планетарий, Redshift и Sky – это импортные планетарии. И теперь уже, конечно, в динамике можно было наблюдать самые разные эффекты. Вот, я не знаю, сейчас будет видно или нет, ну, наверное, будет видно, да? Вот, посмотрите, мы рассматриваем с вами горизонтальные координаты. Вот это горизонт, математический горизонт, и мы видим, что сетка горизонтальных координат накрепко прикреплена к поверхности, а звезды движутся относительно
высоты и азимута, и поэтому, скажем, эту систему координат нельзя использовать для составления каталогов, потому что координаты меняются во времени и зависят от широты и долготы местности, где вы проводите свои наблюдения. А с другой стороны, экваториальные координаты, они прикреплены к небесной сфере. И звезды движутся вместе с этими координатами. И одна координата склонения вообще никогда не меняется, а вторая координата прямое восхождение, она меняется, но выбрав точку отсчета, а это именно точка весеннего равноденствия, и зная время, вы всегда можете определить вторую координату, прямое восхождение или часовой угол, что вам будет в конкретном случае нужно сделать. Да? То есть именно вот эта система координат используется для того, чтобы составлять атласы и каталоги, и вот дети легко понимают, почему. Да? Конечно, вот, пожалуйста, вот полет к Марсу. Да? Нет никаких проблем нам слетать к Марсу. Сейчас я вам это покажу на картиночке. Давайте вот ускорю немножко время, чтобы мы его не тратили. Вот наш Марс, и он постепенно начинает к нам приближаться. Мы видим спутники Фобос и Деймос. Простите, что вот такое немножко резкое движение происходит. Это связано с тем, что я с экрана непосредственно копировал изображение, поэтому не очень хорошее качество получается. Или мы можем даже понаблюдать Фабианское затмение, то есть мы берем, переселяемся с вами на спутник Марса Фобос и смотрим, как Фобос, сейчас я тоже немножко ускорю, как Марс перекрывает Солнце, и на Фобосе наступает затмение. Но школьники не очень любят затмения фабианские, потому что они происходят там каждые 7 часов. Вот как затмение наступает, они в школу идут, как затмение заканчивается, и школы возвращаются. Но, тем не менее, это очень эффектные и понятные картинки. Вот смотрите, вот Солнце заходит за Марс. Вот вы видите, что Солнце зашло за Марс. И теперь вот Солнце вышло из-за Марса, у нас появляется серп марсианский, и опять вот сейчас мы будем наблюдать уже полномарсие. Марс проходит на фоне Млечного пути, а на самом деле мы, находясь на спутнике Фобос, вращаемся вокруг вот этой планеты. Конечно, такие возможности очень много дают для изучения астрономии, особенно когда мы говорим о планетной космогонии, то есть о наблюдении небесных тел нашей Солнечной системы, а сейчас сделаны прекрасные фотографии с помощью космических телескопов, и эти фотографии все вошли в электронные планетарии, и вы можете рассматривать подробности на любом объекте. Это, безусловно, дает совсем другую мотивацию для изучения предмета астрономии. Ну и после плоских планетариев мы с вами переходим к планетарию сферическому. То есть, когда изображение звездного неба у нас находится на сфере. Но к электронному, конечно, сферическому планетарию. Вот у нас в школе используется купольный планетарий Stellarium. Это французская программа, она в открытом доступе, с открытым кодом. Можно дописывать различные сценарии динамические в эту программу и потом их использовать на уроках. Это крайне удобно, и дети с удовольствием такие проекты выполняют. Я вам сейчас некоторые их работы покажу. И, конечно, вот купольный планетарий — это совсем другое видение, да? Это реальное небо над вами. В принципе, создать такой планетарий несложно. Я потом расскажу, как мы это делали. И вот сейчас я покажу вам некоторые картинки. Да, не очень хорошо видно, да? Вот это сферический планетарий. Это у нас азимутальная система, горизонтальные координаты, горизонтальная система координат. Вот экваториальная система координат. Мы смотрим на купол и видим это в сфере. А вот, например, мы можем легко определить положение любой звезды,
по склонению и вот часовому углу, вот изменение склонения Солнца. Тоже прекрасная модель, которую сделали детки. Посмотрите, как это работает. Вот наше солнышко. Мы убираем атмосферу, и появляются звезды. Планетарий позволяет это сделать, убрав атмосферу. Проводим небесный экватор, проводим эклиптику. И видите, Солнце находится на пересечении эклиптики и небесного экватора, и значит, это у нас весеннее равноденствие. Вот это у нас небесный меридиан. И не обращайте внимания, что они искажены, потому что это пересечено со сферой. А на сфере это отображается. И вот, смотрите, пошло время. Пошло время, идем в лето. Солнышко поднимается над экватором, и 22 июня достигнет, а это склонение, 23 градусов, после чего начинает опускаться и пересечет опять небесный экватор 22 сентября, это день осеннего равноденствия. А при этом, если вы посмотрите, я не знаю, видно или нет, вот сумасшедшая носится эта Луна, а вообще вот здесь видно, как Меркурий, вот сейчас он движется в обратном направлении, потом он развернется и начнет двигаться в прямом направлении, туда, куда двигаются звезды. И здесь вот уже на этой модели понятно, вот, пожалуйста, он пошел в обратном опять направлении. Понятно, почему это происходит? Потому что Меркурий вращается вокруг Солнца. Да? Вот если планетная петля просто в электронной модели не была непонятна, то когда это движется на небе, то все ясно. Вот, например, пошла Венера. Она идет в обратном направлении, она дойдет достаточно далеко, но она же вращается вокруг Солнца, и потом она пойдет в прямом направлении. И вот такие модели, конечно, помогают значительно лучше понимать процессы, происходящие на небесной сфере. Что у нас дальше? Ну вот, да, замечательный эффект Иисуса Навина. Вы, наверное, помните, да, такого библейского героя, когда шла битва израильтян, не помню с кем, с ханаанами, по-моему, и когда уже израильтяне побеждали, а солнце садилось, Иисус Навин попросил Бога остановить солнце. Так вот, на Меркурии такие моменты происходят достаточно часто, правда, на определенных долготах. Это связано с тем, что Меркурий быстро вращается вокруг Солнца и медленно вращается вокруг собственной оси, и поэтому часто возникают такие интересные моменты. Смотрите, вот солнышко появляется на горизонте Меркурия, потом вдруг опускается обратно, да? Потом уже выходит на небосвод и долго в течение 88 дней движется по небосводу, давайте это же ускорю немножечко, вот, переходя с востока на запад, сейчас вот я еще приближу к западу, чтобы это было побыстрее, вот. А здесь, когда оно заходит, опять проявляется этот эффект. Сначала уходит за горизонт, потом вновь поднимается над горизонтом, и затем уже окончательно уходит. Вот интереснейший эффект, наблюдаемый на Меркурии. И когда ты это показываешь на небесной сфере, конечно, это интересно и запоминается, что называется, на всю жизнь. Ну, также можно наблюдать и зодиакальные созвездия. Мы часто приглашаем детские сады, которым рассказываем мифы и легенды, и все они ищут свои знаки на небе, и это все можно двигать и вращать, и одновременно рассказывать о том, что астрология-то это средневековое все-таки мракобесие, потому что если вот мы смотрим наше время, и у нас солнышко находится в Тельце, вот, а если мы сдвинем на 2500 лет назад, и в этот же день посмотрим, то солнышко будет находиться уже в близнецах. Так какой вы знак? Тельцы или близнецы? Поэтому, на самом деле, конечно, ни ваш характер, ни ваша судьба, никакие другие явления с расположением звезд и небесных тел не связаны. Как я сказал, планетарий создать, наверное, не очень сложно и даже не очень дорого. Да, вот наш планетарий школьный обошелся в 600 тысяч рублей, и в
полгода работы трех негров, что называется. Все у нас делают ученики. Но для этого нужно сделать купол. Вот купол мы заказывали, конечно, потому что там нужна хорошая сферичность, чтобы не было искажений. Но не каждая школа имеет такую возможность. Что же придумали для этого астрономы? Они, понимая, что все равно в компьютере происходит предискажение изображения, потом изображение, скажем, у нас, ну, скажем, в некоторых случаях отражается от зеркала и разворачивается на купол уже в реалистичном виде, они подумали, почему мы же можем исказить изображение иначе. Берем любое помещение, структуру которого мы знаем, вот, пожалуйста, у вас комната, вот ее углы, да, и настраиваем изображение таким образом, чтобы когда мы его направим на стену, оно было непрерывным и сферическим. И вот если вы посмотрите вот здесь, да, прямые линии идут, а на самом деле мы с вами направили поток света от проектора на углы комнаты. К сожалению, эта технология еще не до конца отработана. Вы видите, вот стена, которая перпендикулярна к свету, она более яркая, чем потолок и боковые стены. Вот над этим еще, конечно, нужно программистам работать, чтобы добиться нужного эффекта. Вот это тоже ведь угол комнаты, а кажется, что это сфера. Но вот немножечко проступает этот угол. Как от него избавиться? А вот современные проекторы уже позволяют это сделать. Проекторы с обычными лампами, да, они не могут сделать абсолютной темноты. А вот лазерные проекторы могут сделать абсолютную темноту. И если у вас абсолютная темнота, то вот этого светлого пятна не будет. И перед вами будет реальное звездное небо, хотя на самом деле вы сидите в классе и смотрите на угол вашего класса. А вот таким образом, это последнее, что называется, достижение в визуальном отображении звездного неба с помощью электронного планетария. Называется он кубосвод, и придумали его наши программисты в Институте космических исследований. Эта программа разрабатывалась в ИКИРАН. И такие планетарии сейчас уже работают, хотя я говорю, что, наверное, еще здесь есть над чем трудиться, в смысле качества и реальности отображения, чтобы мы не видели вот этих углов и представляли все именно сферически. Кстати, вот посмотрите, да, здесь ведь тоже угол, а мы видим с вами нашу Землю вполне сферической. Да, небольшая подготовка класса нужна. Вот это у нас Пушковская гимназия в городе Троицк Московской области. Вот это кабинет физики. Необходимо затянуть стены гладкой материи, шторами. Вот здесь показано, как это делается. И после этого класс готов к демонстрации звездного купола. Это вполне вот более дешевый вариант в смысле стоимости, чем сооружение полнокупольного планетария. Вот это такой путь прошли визуальные средства отображения, начиная от Гевелия и первых атласов до кубосвода, то есть современного электронного планетария, работающего на любых видах поверхностей. Вот, значит, а теперь я хочу перейти ко второй части моего рассказа. Сейчас я уточню, а сколько у нас прошло времени? Ну, еще достаточно у нас времени есть, мы можем продолжать. А сколько осталось, чтобы я планировал? Смотрите, наш вебинар продолжается до 15:30. Соответственно, у нас с вами еще достаточно времени. 55 минут, да. Ну, я тогда буду рассказывать более подробно, мы вполне укладываемся. Итак, я хотел вам рассказать про наш астрокосмический комплекс и каким образом мы преподаем астрономию в нашей 29-й школе города Подольска. Это обыкновенная школа, обыкновенное муниципальное общеобразовательное учреждение. Единственное, чем она, наверное, отличается, тем, что во времена астрономической опалы мы продолжали верно служить Урании,
богини астрономии, да, не прекращая преподавание астрономии ни на день, ну, потому что мы имели необходимую техническую базу, и нам был просто грех это делать. И к нам приходили учащиеся других школ города, и не только, пока не работал Большой Московский планетарий, Москва к нам приезжала, и мы проводили элективные курсы для тех ребят, которые хотели с этой наукой познакомиться. Давайте вот здесь лучше немножко видно, сверху кадр, да? Итак, вот наша обсерватория. В астрономический комплекс входит несколько учебных проектов, а именно обсерватория. Это автоматизированная обсерватория, вот купол фирмы Technical Innovation. Я расскажу, что там потом внутри. Вот это автоматизированная метеостанция, у нас своя погода над школой. В этой башне находится планетарий, а это вот антенна, тарелка для космического мониторинга. Мы проводим дистанционное зондирование Земли, принимая со спутников космические карты нашей поверхности, нашей атмосферы. У нас две системы, это вот система Scanex, а вот здесь не очень хорошо видно, антенны VUNOG, система VUNOG. Это, конечно, уже больше проекты для дополнительного образования, для проектной деятельности. Хотя планетарий, безусловно, это проект и основного образования. И, наверное, один из самых наших удачных проектов, в смысле того, что он востребован и сейчас, и востребован всеми категориями граждан, от детских садов до пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны. Потому что все эти услуги у нас оказываются бесплатными. Мы никак не можем перейти на платные услуги, отказаться от нашего социалистического прошлого. Морально это просто очень сложно сделать. Вот такова структура нашего дополнительного образования школьного. Посмотрите, вот два больших круга. Вот левый круг – это как раз астрокосмический комплекс с четырьмя проектами. И два проекта по космическим технологиям находится и в правом кругу. Это лаборатория ракетомоделирования и лаборатория космических исследований. Вот сейчас я немножечко более подробно расскажу об этих проектах. Вот, например, удаленная автоматизированная обсерватория. Почему называю удаленной? 10 лет она была обычной, а тут вдруг стала удаленной. Это наш первый астрономический проект. Мы его выполнили в 2007 году силами ребят, вот они становились в такую вот цепочку, передавали кирпичи, там раствор, все сюда вот на крышу, и сами все это строили. Там два инструмента, вот на среднем нижнем слайде вы можете их видеть. Большой телескоп — это звездный фирмы МИД, маленький — это солнечный фирмы Коронадо. То есть один, естественно, для того, чтобы наблюдать явления, происходящие в атмосфере Солнца, второй для того, чтобы наблюдать в ночное время различные космические объекты, как близкие, так и объекты глубокого космоса. Вот сейчас я сюда нажму, здесь должна у нас появиться картиночка, да, появилась картиночка. Вот так работает наш купол, он управляется с любой точки нашей планеты, это было и раньше, а вот почему мы назвали удаленным, это связано с тем, что мы являемся региональной инновационной площадкой Министерства образования Московской области, и наш проект — это создание программно-аппаратного комплекса для удаленной проектной деятельности, чтобы дети из дома могли заниматься проектами, особенно если это длительные проекты, скажем, там изготовление каких-то вещей на 3D-принтере, который занимает сутки, или биологические исследования, которые вообще требуют месячного исследования, или та же астрономия, где наблюдение нужно проводить ночью, и ночью в школе проводить наблюдение достаточно сложно. А из дома ребенок может, используя программу, эта программа называется у нас GreenPool, платформа интернета вещей, обратиться к модератору, сказать, что он хочет наблюдать, какие явления или какой участок неба рассматривать, и из дома этим совершенно спокойно заниматься. Вот такой мы проект сейчас делаем. Он непростой. Да, он требует
различных датчиков, там влажности, прозрачности атмосферы, датчика дождя, температуры, разные видеокамеры, которые дают возможность наблюдать, что же происходит внутри обсерватории, соответствующую достаточно сложную программу, которая отслеживает, как расположен телескоп, как его наводить, чтобы оборудование не сломалось, да? Ну, мы уже приближаемся к концу этой работы. В ближайшее время наша удаленная обсерватория начнет работать. И делаем мы это не случайно, у нас есть еще дальше идущий замысел. А это у нас как бы тренировочный вариант, да? Мы учимся работать удаленно, на телескопе, вот в нашей собственной школьной обсерватории. Извините, это я уже смотрел, давайте идем дальше. А это вот работы наших ребят. Это астрофотография, и вы понимаете, что вот перед вами Юпитер, даже видно пятно, это Сатурн с кольцами, Марс, а вот солнечное затмение, пятна на Солнце, а вот самый правый нижний кадр, где я закрываю, это прохождение Венеры по диску Солнца. 2004 год, мы давно этим занимаемся. Тогда был солнечный день, и мы четко видели, как Венера сошла с диска Солнца, и мы увидели тот пупырь, который увидел Михаил Васильевич Ломоносов и определил, что у Венеры очень плотная атмосфера, то есть радужную полоску, явление дисперсии солнечных лучей в плотной атмосфере Венеры. Нам, правда, не удалось его зафиксировать, потому что, когда я крикнул, что я вижу, я был снесен толпой желающих, а Михаил Васильевич ничего не сказал, как долго это явление можно наблюдать. Оно прошло очень быстро. Да, вот, конечно, астрономия – красивейшая наука, и она дает гигантскую фантазию для творческой художественной деятельности. И вот на следующем слайде вы видите художественные работы. Это вот мы снимали «Лунное затмение», да, вот называется работа Пабло Пикассо «Голубая луна». А это вот с помощью солнечного телескопа, вы видите, это протуберанец на Солнце, но все это изображение, вся эта картина, можно сказать, называется «Купание красного коня Петрова Водкина». Или вот замечательное, смотрите, шаровое скопление М-13 в Геркулесе, а это названо Жорж Сера, известный французский импрессионист, «Цветок». Да, вот такие художественные работы тоже делают детки по астрономии, то есть используя астрономические объекты, которые есть в природе и которые природа создала удивительно красивыми. Но что бы я сказал вот такого, в смысле ложки дегтя? Если вы захотите создавать техническую базу в своей школе, астрономическую техническую базу для того, чтобы проводить реальные наблюдения, мотивировать ребят к изучению этого предмета, не начинайте, это мой совет, не начинайте с обсерватории. Это достаточно сложная вещь. Вот для того, чтобы... Вы никогда не получите кадры по качеству, соответствующие, скажем, там, хабловским снимкам. Но даже вот получить то, что получили мы, это, во-первых, много лет работы. Нужны одержимые педагоги, которые все это будут делать и учить детей. То есть это достаточно непростая техническая задача. И вы знаете, первая заповедь астронома – падай, не хватайся за телескоп. Даже этому детей не так просто выучить, а уж проводить измерения и заниматься астрофотографией – это требует и опыта, и желания, и терпения. Поэтому, с моей точки зрения, лучше начинать с более простого проекта. Вот мы начали с этого, и через 2 года поняли, что этого недостаточно, потому что с нами занималась всего небольшая группа детей. И тогда мы решили делать планетарий. Тогда мы решили делать планетарий, который является самым успешным нашим астрономическим проектом, и он используется и в основном образовании, и в дополнительном тоже. И вот через 2 года после обсерватории мы стали создавать цифровой планетарий. Опять же, тоже все делали дети сами. И проект, и интеграцию оборудования.
то есть комплектацию оборудования, и настройку, и ремонт в этом нашем помещении. Оно у нас сразу было цилиндрическое, это была башня, и даже вот этот уникальный пол, поверхность Луны, обратная, обратной стороны Луны, это фотография Армстронга, мы тоже делали своими руками, это наше ноу-хау. Схема простая, вот такая схема простая. Мы использовали сферическое зеркало из гастронома за 5000 рублей. За бутылку коньяка мы сделали внешнее серебряное напыление на очень серьезном предприятии. Вот. А дальше здесь стоит три проектора. Один проектор, в котором есть предискаженное уже заранее изображение звездного неба, светит на вот этот вот, на это зеркало, и с зеркала разворачивается изображение на купол. Второй проектор светит на плоский экран, на котором ведется лекция, презентация, да. И третий проектор – это проектор для создания 3D изображений небесных объектов. Это совершенно удивительная вещь. Сейчас у меня есть здесь? Да, есть. Ну вот так выглядит наш планетарий. Я сейчас запущу эту картиночку, чтобы вы посмотрели. Вот, смотрите, да? На 33 человека, то есть на один класс он рассчитан. Это доска для решения задач обычная, да, там. Это экран для проведения лекции. Вот у нас под ногами поверхность Луны. Дальше здесь вот как раз те проекторы, о которых я говорил, и то зеркало. Вот проекторы, а вот на стене не видно было зеркало, ну, которое разворачивает изображение на купол. Но я сказал уже о 3D изображении. Вот сейчас я вам тоже его покажу. Посмотрите. Сейчас оно появится. Вот, появилось 3D изображение. Я сейчас поставлю по размеру экрана, да? Вот. По размеру экрана и повращаю. Вот в темноте у нас один проектор работает на купол, второй проектор работает на экран, а третий проектор работает вот на это вот изображение. Сейчас мы на него. Вот. Смотрите, вот у вас над головой висит вот такой красавец Юпитер, вызывающий чувство ужаса, потому что он в самом деле в темноте висит в пространстве. Но, правда, вы смотрите это в очках. Это специальные активные очки, естественно, да. И, ну вот это интересно, и это незабываемо. Это откладывается на всю жизнь. И он же не просто висит, он у вас вращается, да, то есть вокруг него бегают спутники, и они почти вас цепляют, когда вы сидите в креслах. Вот, вот такая замечательная у нас еще есть возможность наблюдать в 3D. Объекты космоса. Так, дальше что у нас есть? Дальше, да, и планетарий, конечно, это еще и купольный кинотеатр. И у нас в планетарии есть и кондиционер, и 5D система аудио, потому что мы смотрим не только фильмы о космосе, но и другие фильмы купольные, которые сделаны в этой проекции. И это вот как раз фильм о Солнечной системе. Один из создателей планетария, Игорь Колодкин, сейчас сотрудник Яндекса, который закончил МИФИ, он с спутника Юпитера Европы рассматривает Юпитер. Это он на Европе. Но возможности совершенно потрясающие, да? Вот вы можете приблизить любой объект, скажем, вы приблизили Сатурн, подробности рассмотрели его кольца, а потом взяли и полетали среди колец Сатурна, а это, вы знаете, объекты там от пылинок до достаточно крупных объектов, и все это в динамике вы наблюдаете. Или там смотрите, как происходит бомбардировка поверхности Меркурия астероидами, или приближаете крабовидную туманность и любуетесь вот этим замечательным объектом, остатком вспышки сверхновой.
Вот. Так что планетарий, да, цифровой планетарий дает гигантские возможности для сопровождения лекционного материала, для проектной деятельности, когда ребята сами готовят сценарии для звездного неба, для просветительской работы, когда к вам приходят самые разные люди, и, безусловно, для элективных курсов других образовательных учреждений. Вот в этом году нам наверняка придется вести опять такие элективные курсы, потому что астрономию ввели официально уже в школы. То есть по субботам мы будем принимать учащихся других школ и готовить для них цикл лекций. То есть цикл лекций уже, как говоришь, готов, будем проводить для них цикл лекций. Ну вот здесь просто картиночки, на которых как раз и показано. Вот это обычный урок идет в планетарии, да, это вот детский сад, это пенсионеры или инвалиды, не помню. Да, даже президент посетил наш планетарий. И как человек интересующийся и любопытный, он задавал вопросы нашим ребятам такие, в общем, видно, подготовился заранее. Вот, был в курсе всех астрономических цифр и явлений. Вот. Ну и планетарий у нас носит имя Евгения Карловича Страута. Дальше должны быть слайды, я вам расскажу. Вот о чем я еще хотел сказать. Что же такое астрономия в школе? Это не только тот час в неделю, который вы проводите на уроке. И даже не только вот эти вот наблюдения, когда детки рассматривают какие-то объекты либо Солнечной системы, либо глубокого космоса. Это еще и масса различных мероприятий, участие в конференциях. Вот мы всегда принимаем участие во всех астрономических конференциях. Здесь фотография центра Вега, да, центр дополнительного образования Вега у нас в Московской области. Это справа фотография, мы участвуем в Астрофесте. Это фестивали, проводящиеся каждый год в Московской области, куда съезжаются астрономы-любители со всей страны, из-за рубежа приезжают ведущие ученые, читают лекции, стоят сотни телескопов, и вы можете наблюдать самые разные объекты, делиться своим опытом, набираться чужого опыта. Это такая вот культурная среда, это клуб любителей астрономии, но со всей России, даже больше, чем со всей России. Вот в школе мы проводим публичные лекции. Посмотрите, кто их ведет. Анатолий Владимирович Засов, по-моему, он здесь тоже выступал, да? Николай Николаевич Самус, Сергей Борисович Попов. Это ведущие астрофизики страны, если не мира, да? И они приезжают к нам в город. Мы собираем учащихся со всех школ желающих, даем объявления. И вот такие публичные лекции проводятся у нас в школе. Это тоже есть астрономическая жизнь, да? Это тоже создание той мотивирующей среды, которая увлечет детей. Ну, а это, кстати, вот картиночка правая, нижняя, 9 лекций по древнейшей науке. Это тот элективный курс, который мы проводим для школ города, для всех желающих, которые к нам приходят. Но это уже читает ваш покорный слуга, это, наверное, менее интересно, чем профессионалы, но, тем не менее, для образования вполне себе годится. Здесь, скажите, пока ГАИШ у нас в гостях. Мы дружим, конечно, с ГАИШем, да, с МГУ. И вот здесь показаны лекции Самуся, и Засова, и Попова. А это еще одна форма работы, интереснейшая форма работы. В МГУ замечательный музей астрономии. И вот мы к ним приезжаем, берем у них экспонаты, привозим себе и делаем музей одного дня у себя в школе, приглашая детишек со всего города, проводятся лекции, знакомятся с инструментами прошлого, с уникальными книгами и так далее. Да? Вот такие формы работы тоже, конечно, очень плодотворны для
того, чтобы астрономия была в школе любима. Вот. А вот последнее тоже. Вот, у нас была такая образовательная игровая программа «Колонизация Солнечной системы». Для основной школы это 6-7 класс или даже 5 класс, когда преподавалось в естествознании астрономия в первой четверти. Да? И идея этой игры, ну, образовательной игры, это подготовка астронавтов для жизни на Луне и на Марсе. И вот мы изучаем и точные науки, математику, физику, биологию, и медицину, и психологию. И ходим в походы, потому что выживать придется в экстренных условиях, да? Те планеты или там спутники не будут к нам дружественны. Это здесь в течение миллиардов лет мы прошли эволюцию, и нам здесь комфортно жить на Земле. А там придется жить в тяжелых условиях. И вот мы ко всему к этому готовились. И эта программа в конечном итоге превратилась в замечательный проект, который называется «Проектная платформа Космодис 3.0». Это... В данном случае вы видите фестиваль, московский фестиваль, а вообще это проектная платформа, в которой там несколько сотен проектов, детки берут эти проекты, выполняют. Там есть, естественно, и консультанты, и база оборудования, и эксперты, и база проектов, и база учащихся, и эти работы выполняются. Работы связаны именно с тем, как добраться на какую-то планету, как там жить, где добывать необходимые продукты питания, где брать энергию, как перемещаться, как коммуницировать. Там все эти задачи нужно решать по-новому. И понятно, что на Луне проще сделать термоядерную электростанцию, чем запустить обычный двигатель внутреннего сгорания, потому что воздуха там нет, кислорода там нету, а температура такая, что мы можем получить сверхпроводимость и создать необходимые магниты для термоядерного синтеза. И детям приходится впервые решать задачу, которую никто не решал. То есть они являются первооткрывателями. И вот такая проектная платформа «Космодис», она сейчас является уже общероссийской, проводится в разных городах, а родилась она из простой программы «Колонизация Солнечной системы». Это наша лаборатория ракетомоделирования. И мы проводим постоянные запуски ракет. Но это не просто запуски ракет, да? Это тоже исследование. Исследование динамики ракетного полета, исследование свойств двигателей. Вот вы видите здесь стоит перед запуском ракета датчик Wi-Fi, то есть мы принимаем в реальном времени сигнал с датчика ракеты и, скажем, смотрим ускорение, смотрим свободный полет, смотрим спуск на парашюте. То есть это тоже проектная деятельность детей, направленная на изучение космических технологий, ну, естественно, базирующихся на фундаментальной астрономии. Все эти элементы тоже делаются уже с помощью современных технологий, а именно 3D-принтеров, которых в школе достаточно много. Вот перед вами еще одно направление деятельности уже не фундаментальной, не в рамках фундаментальной астрономии, а именно как приложение, как технологическое приложение наших астрономических знаний для того, чтобы сделать интереснее, полноценнее и комфортнее жизнь на Земле. Так, секундочку, я слайд сменю. Это наша автоматизированная метеостанция, да, вот она здесь установлена рядом с куполом обсерватории, вот она выглядит, 6 датчиков стоит, мы принимаем все необходимые физические параметры, определяем погоду над нашей школой, но, а как прогнозировать? А мы же определяем погоду в точке, а чтобы сделать прогноз, у нас есть необходимый центр космического мониторинга, да,
И мы получаем карты земной поверхности и карты атмосферных фронтов, ну, с большого достаточно интервала, от Пиренеев до Ханты-Мансийска, поэтому можем предсказывать погоду на несколько дней, создаем свои математические модели определения погоды. Это вот такая интересная уже тоже синтетический проект, да, объединяющий математику, физику, астрономию. И вот этот центр космического мониторинга у нас вполне себе качественно работает. Правда, разрешение здесь не очень хорошее, здесь точка километр. Но нас, в принципе, это устраивает для метеоисследований, да? Ну, для некоторых экологических, скажем, крупный пожар вы тоже увидите на карте. Но для того, чтобы заниматься полноценной экологией, географией, геологией и другими прикладными науками с помощью дистанционного зондирования Земли, вам, конечно, нужно более высокое разрешение. И поэтому вот это как раз то, что у нас сейчас есть, а вот это то, что мы хотим сейчас сделать. Это X-диапазон, короткие сантиметровые волны, и он нам позволяет делать разрешение 1 метр, а с таким разрешением вы, ну, во-первых, снимаете карту всего 10 на 10 километров, что называется, но вы можете проводить и биологические исследования, и экологические исследования, любые, да, смотреть там состояние земного покрова, снежного покрова, движение его, реки и так далее, да. Вот такую станцию мы сейчас хотим в ближайшее время приобрести. Это наша российская разработка. Думаю, что у нас это получится, и тогда мы значительно расширим спектр вот проектной деятельности для наших учеников. Ну и вот последний объект из этого космического, астрокосмического комплекса – это лаборатория космических исследований. И создана она для... Вот тут четко написано: проектирование, разработка, создание и запуск первого российского школьного космического спутника для ведения проектной деятельности в космосе. Не смейтесь, это вполне реально. Во всем мире это уже делают и школы, и университеты. И вот наш МПУ запустил спутник буквально месяц назад, Московский политехнический университет. То есть там была целая группа спутников, порядка 70, российский был только один, к сожалению. Но это временно, потому что существует вот такая замечательная программа, президентская программа «Основы государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики России». Это 30-го года программа. И вот оттуда выдержка. Формирование целостной образовательной системы в области использования результатов космической деятельности с участием высших, средних и специальных образовательных учреждений, ну, в том числе с использованием центров компетенции в сфере использования результатов космической деятельности. Вот понятно, что государство об этом думает, потому что если мы хотим, чтобы у нас было правильное отношение к роли России в развитии космических исследований и покорений космоса, а наши заслуги здесь очень значимые. Если мы хотим и в дальнейшем быть на переднем плане новых технологий, нам необходимо рассказывать об этом в школе и учить этому в школе, чтобы у детей появился интерес и мотивация выбрать себе это направление в качестве будущей профессии, и чтобы уже вузы могли подбирать детей, которые в школе прошли соответствующую подготовку и определились в своем профессиональном выборе. Ну, вот мы готовим первый наш спутник. Это будет маленький спутник. Называется он «Космодис 3.1, это в рамках того же, той же проектной платформы «Космодис». Он будет делать не очень много, да, он будет делать PPP. Видите,
Эта моделька тоже, она покрыта солнечными батареями, он не будет ориентироваться в пространстве, у него нет гироскопов, но у него есть несколько антенн, которые позволяют ему в любом положении принимать сигнал и передавать его. Он не только передает сигнал, но и принимает сигнал Земли. И вот этот маленький спутник, как раз вот он и исследуется в этой лаборатории, да? Ведь нужно проделать массу экспериментов, убедиться, что все у тебя работает, потому что с орбиты ты его уже не доставишь и ничего не отремонтируешь. И его цель будет, конечно, не просто сделать PPP, да? У нас уже есть договор с израильскими школьниками, с Израилем, да? Мы будем играть в квесты, то есть у нас будут различные поисковые игры, но не через интернет, а через спутник. То есть мы и играем, и учимся, использовать космос в своих целях, будь то научных, будь то бытовых. Вот у меня даже здесь есть ролик, но он, по-моему, больше никакой информации не несет, кроме того, что я сказал. Да, вот это наш спутник. Да, это я, это наш спутник. И он как раз делается в рамках вот этой вот программы, то есть государственной политики в области использования результатов космической деятельности. Но это не самоцель. А что же будет дальше? А вот следующий спутник, Космодис 3.2, это уже спутник с гироскопами, он уже будет ориентироваться в пространстве, у него будет простенькая телеметрия, которая будет работать, правда, пока только на Землю, мы будем наводить на Землю, чтобы научиться это делать. Вот. Он будет размера уже 2.1, то есть два таких кубика, это размер 10 на 10, классический спутник CubeSat. А вот третий спутник, это уже наша мечта. Вот почему мы сейчас учимся использовать удаленную обсерваторию, потому что третий наш спутник, Космодис 3.3, это будет мини-телескоп Хаббла. Там будет стоять необходимое оптическое оборудование, необходимое радиоретрансляционное оборудование, и мы будем ориентировать его в пространстве и заниматься исследованиями нашего космоса, ближнего и дальнего, с помощью своего собственного космического телескопа. Вот такая у нас мечта есть. Не сочтите все это за безумие. Вы уже видели, что часть из этого мы реально воплотили в жизнь. Ну и вот для вас хочу предложить вам на выбор одну из этих трех цитат. Выбирайте, какую хотите. Для меня любимая – это «Veam supervadet vadens», да, «Дорогу осилит идущий». Я думаю, что вы должны сделать первый шаг, и у вас все получится. Я в это искренне верю. Ну и, наконец, вот последний такой кадр. Это наша школа, это вот наш астрокосмический комплекс. Вот такая у нас школа-красавица в Подольске. Вот. А вот это слева, посмотрите, да, вот я показываю, это наша солнечная электростанция. Но это уже совсем другая история. До свидания. Ну, я думаю, что мы не прощаемся с нашими слушателями. Я заслушалась буквально, Игорь Сергеевич, настолько все было фантастически интересно. Хотелось также, мне так же, как и многим коллегам, захотелось побывать в вашей школе. Приезжайте. Вот многие коллеги спрашивают, приезжайте к нам в сельские школы с выездными планетариями и удивительными лекциями. Есть ли такая возможность? И также здесь вот московские школы обращаются к вам, как к вам попасть на ваши чудные лекции? А вот посмотрите на слайде адрес нашего сайта, одного из наших сайтов, это сайт научного общества school29.ru, и там вся необходимая информация есть, в том числе телефоны, контакты, как проехать. По субботам у нас проводятся вот такие вот
лекционные мероприятия. Ну, естественно, нужно заранее записаться, это раз. Потом там еще есть сайт Подольского астрономического клуба, это наш клуб, да. Там есть программа готовых лекций, выбрать, что вам интересно, смотря какой возраст учащихся, какие астрономические темы интересны. Либо заказать какую-то свою, пожалуйста. Приезжайте, вот за счет того, что у нас 33 посадочных места. И мы рады, всегда готовы принять, чем мы занимаемся уже много лет. Ну, прежде чем мы продолжим с Игорем Сергеевичем отвечать на вопросы, я хотела бы напомнить коллегам, что это наша встреча сегодня не последняя, и мы обязательно продолжим говорить про астрономию. Я видела, что вот коллег в чате задавали вопросы относительно того, как связана астрономия с другими предметами. Сегодня Игорь Сергеевич нам показал с выходом в различные вообще... и с изобразительным искусством, и практическая деятельность, проектная деятельность. В понедельник и вторник мы продолжаем цикл наших встреч, посвященных введению астрономии в школу. Она уже пройдет не на сайте 1 сентября, а на сайте издательства «Просвещение», поэтому приглашаем вас к продолжению наших замечательных встреч, тем более, что нас ждут не менее интересные лекторы уже из других практикующие педагоги из других городов. И по поводу того, что также коллеги спрашивали относительно, где будут материалы. Все материалы, которые тех вебинаров, которые у нас прошли ранее, будут размещены на сайте издательства «Просвещение», на страничке, которая посвящена астрономии. На главной странице сайта вы увидите такой баннер, который называется «Астрономия вернулась в школу, с чего начать». В соответствии с этим вы найдете и материалы, которые относятся к учебнику Виктора Максимовича Чаругина. Это материалы, которые могут быть вам полезны, и материалы которых, тех встреч, которые мы провели. Ну а сейчас я хотела бы продолжить еще несколько, задать несколько вопросов Игорю Сергеевичу. Ну вот один из вопросов, который поступил к нам от коллег. Игорь Сергеевич, а кто-нибудь из ваших бывших учеников связал свою жизнь с астрономией или космосом? Да, есть такие ученики, которые пошли учиться на физфак МГУ, именно на астрономическое отделение, и уже его закончили. Но, конечно, их не очень много. Наверное, много не должно быть, потому что всего профессиональных астрономов в мире порядка 10 тысяч человек. Вот. И это достаточно для того, чтобы эту науку развивать, чтобы она прогрессировала. Ну вот еще один из вопросов, который практически повторяли многие коллеги. Является ли цифровой планетарий самым простым вариантом решения проблемы? Так как многие школы сейчас испытывают... Ну, практически у них нет ресурсов для того, чтобы... Я поэтому и говорил о кубосводе, да? Когда не нужно отдельное помещение, а нужно просто занавески ровненько натянуть, поставить проектор, поставить программу, и перед вами звездное небо. Значит, вообще часть лекции можно вести вообще просто на плоском экране, да, а когда вам нужна сферическая поверхность, вы превращаете свой кабинет в сферу, и там это проводите. Если есть возможность, конечно, лучше построить планетарий сферический, либо купить, скажем, мобильный планетарий сейчас продаются и дают достаточно хорошее качество изображения. Но самый простой вариант – кубосвод. Спрашивали также вопрос относительно того, где скачать программу Stellarium. Но я думаю, что эту ссылку можно найти, да, в интернете. В интернете это в открытом доступе программа. И она для самых разных технологических схем. Вот мы используем сферическую проекцию, то есть через сферу мы разворачиваем на купол. Там есть проекция фишай, да, классическая проекция фишай, когда сразу изображение идет с объектива на купол. Там есть и плоская проекция, которую вы можете смотреть на мониторе вашего компьютера. Необходимо просто провести соответствующие настройки и получить то, что вы хотите. Также коллеги спрашивают, используете ли вы на уроках программу Redshift?
Redshift не используем на уроках, ну, поскольку вот мы работаем со Stellarium. Они все друг друга перекрывают, и там много хорошего, и в Sky много хорошего. У меня, конечно, есть Redshift, я ей пользуюсь дома. Вот. А на уроках мы уже остановились на Stellarium, и нам его достаточно. Невозможно объять необъятное, да? Вот его достаточно, мы с ним работаем. У меня ребятки научились в нем хорошо программировать, поэтому вот у нас такой вариант. А какие астрономические атласы и карты вы посоветуете для обучающихся? Никаких. Зачем вам атласы и карты? Возьмите электронный планетарий, это лучший атлас, лучшая карта, и пользуйтесь. У каждого ребенка есть гаджет, там планшет, компьютер, ноутбук, нетбук, и, конечно, возможности электронных средств отображения просто не сравнятся ни с какими картами. У нас, да, висит в центре космического мониторинга двухметровая подвижная карта звездного неба, но она висит как музейный экспонат. Мы ей уже не пользуемся, конечно. Так что я не посоветую. Коллеги спрашивают, Игорь Сергеевич, ведется ли какая-либо работа с детьми более раннего возраста? Значит, началка. Началка к нам приходит, ну, где-то раз в году, каждая учительница начальных классов, классный руководитель, да, приводит деток раз в году, а иногда даже раз в два года. То есть вот два-три раза за период начальной школы они у нас бывают. Плюс, конечно, те, кто у нас в летнем лагере, у нас летний лагерь, они обязательно приходят, это у нас предусмотрено. Ну и приходит много ребят из других учебных заведений и дошкольных в том числе, так что планетарий работает непрерывно, но какой-то специальной программы для начальной школы у нас нет. Еще один из вопросов, который здесь у нас задали коллеги, как вы относитесь к интерактивным картам звездного неба, которых полно в интернете, рекомендуете ли вы их использовать на уроке? Интерактивные карты звездного неба, это и есть электронный планетарий, интерактивные карты, да? Да, безусловно, если вам по теме нужно, вам нужно что-то продемонстрировать, и вот этот инструмент позволяет это сделать наглядно, понятно, да, то, конечно, пользоваться. Я пользуюсь обязательно тоже. Ну, коллеги, я вижу, что в основном мы с Игорем Сергеевичем ответили. А никто не спросил про деньги. Обычно спрашивают, где вы брали деньги. Никто не спросил? Нет, спрашивают. Спасибо большое, что вы не спросили, потому что деньги мы брали в тумбочке, естественно. Вот. Нам, я вам скажу честно, никто ни рубля ни на один из этих проектов не дал. Никто, я имею в виду, наши власти, нашу систему образования. Так получилось, что сначала мы ходили несколько лет с протянутой рукой, потом, когда у нас что-то стало получаться, у нас появились спонсоры, потом мы стали наши проекты выдвигать на конкурсы, стали получать гранты, а на эти гранты делать новые проекты, и вот так вот у нас получилось. Я думаю, что и у вас тоже получится, тем более, что сейчас этому вопросу уделяется много внимания, и, ну, просто правительство и администрации заинтересованы в том, чтобы мы свою космическую деятельность в России восстановили и вошли в число передовых стран опять. Ну вот совсем недавно вопрос к нам поступил. Дмитрий Сергеевич спрашивает, участвуете ли вы в грантах, где и в каких? Вот я только что сказал об этом. Ну да, могу привести конкретный пример. Да, мы получали достаточно много грантов. Вот 10 дней назад мы получили президентский грант из фонда президента на развитие нашей платформы Космодис, о которой я рассказывал. Так что дерзайте, должно все получиться. Ну, я думаю, что да, благодаря такому общению с вами уже хочется начать что-то делать. Многие коллеги об этом писали в чате. Я еще раз повторю то, что материалы презентации, которые с нами любезно поделились наши замечательные лекторы, и материалы видеолекции, они будут размещены на нашем сайте, на сайте издательства «Просвещение».
Я хотела бы напомнить, что совсем недавно у нас открылся свой интернет-магазин. Вы тоже можете в него зайти со страницы издательства «Просвещение» на страничке сайта. Можно увидеть и заказать материалы, которые касаются учебников астрономии. И еще один из вопросов, который задает вам Игорь Сергеевич. Вы в олимпиадах по астрономии участвуете? Конечно, ну как же. Естественно, участвуем. В России ни разу не выиграли, но на Россию выходили. Регионально выигрывали. Да, всегда есть детки, которые обладают хорошей физико-математической подготовкой, а именно она нужна для участия в олимпиадах. Потому что в проектной деятельности там несколько другие требования к учащемуся, чем олимпиадные. Но вот, к сожалению, если олимпиады, они дают необходимые преференции при поступлении в вузы, при баллы ЕГЭ, то вот конкурсная деятельность и проектная деятельность пока только находится в зачаточном состоянии, но уже и сейчас за победы вот в том же нашем Космодисе нам добавляют и МПУ 10 баллов, и Ленинградский университет тоже добавляет 10 баллов к ЕГЭ, да, по соответствующим предметам. Я думаю, в дальнейшем эта практика будет распространяться, и именно проектная и конкурсная деятельность, ну, займут достойное место, не только олимпиадное движение, хотя, безусловно, олимпиадное движение тоже важно. И один еще самый последний вопрос, который к нам поступил. Могут ли учителя географии вести астрономию? Как на ваш взгляд? Обязаны. А кто же будет вести? Потому что, извините, физикам чаще бывает даже труднее вести, чем учителям географии. Конечно, должны. Да, вот у нас опора – это физики и географы, и мы в них верим. Ну, коллеги уже вот здесь вот в чате написали о том, что они настолько вдохновились вашей лекцией и уже планируют, где они, какое помещение будут использовать, и планируют использовать материалы. Вас выражаю большую благодарность от лица тех педагогов, которые... Я не могу зачитать весь чат. Очень много теплых слов в ваш адрес сказано. Спасибо. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы продолжаем... На сегодня наша встреча заканчивается, но не заканчиваются наши лекции. И в понедельник мы вас ждем уже на сайте издательства «Просвещение». Тема нашего предстоящего вебинара «Место астрономии среди наук и школьных предметов», я думаю, будет не менее интересно. Приходите. По поводу сертификатов вы можете их найти в личном кабинете на сайте 1 сентября. Материалы и видеолекции вы сможете увидеть на сайте издательства «Просвещение». Спасибо большое. Спасибо.